Всем привет! Сегодня у нас большой день. Мы с Матрёшкой едем на стерилизацию. Переживаю. Сегодня очень жарко, 31 градус. Градус, время 10:30. Короче, я сегодня там какая-то сама не своя. Переживаю за Матрёху нашу. Приехала. Сейчас пойдем искать, где они находятся. Они переехали. Ну, та ветеринарка, куда я вот ее записывала на бесплатную стерилизацию. Короче, она у меня не кормленная, как положено, 12 часов. Вчера вечером последний раз покормила, и то она так чуть-чуть поела. Сегодня они уже с Кузей набегались, я ее еле поймала в переноску. Они там бегали, бесились с Кузькой. Короче, вот. Как посадила, сразу начала мяучить. Ну, короче, ладно, мы пошли. Уже наркоз сделали. Она засыпает. Ну что ж, операцию сделали. Кошка уже там. Хотела сказать, где находится теперь эта ветклиника. Может быть, кому-то нужно будет из Нижнекамцев. Вот здесь был военкомат. Там сейчас написано ОПРФ. Значит, вот эта дорога на рынок. То есть, если вот отсюда вот пройти туда, там будет рынок, как его, овощной. Вот. А сама ветклиника сейчас находится вот в этом здании. Вот в этом здании. Вон в той дальней двери. Сейчас я поближе туда наведу. То есть вот вы... можно проехать вот отсюда через эту дорогу по... Ой, как улица называется? По Ахтубинской. Туда будет на рынок. Вот здесь вот остановка на рынок выходить. Можно заехать вот сюда. Я не знала, куда заезжать. Я проехала дальше и повернула вот здесь. Ну, то есть объехала вот это здание, получается, оттуда. Повернула вот здесь. Поставила машину вот тут на стоянке, в тенечке. И ветклиника, она у них сейчас вот тут. Вот эта дверь. С краешку. Там вывески большой нет, только график работы висит. Они только-только переехали, ремонт еще делают. Вот это здание. Ну, может быть, кому-то полезно будет. Вот здесь вот такое издание, городской архив. Я помню, когда мы брата провожали в армию, мы вот на этом пятачке его провожали. Здесь автобус стоял. Вот это, по-моему, здание военкомата, если я не ошибаюсь. Короче, ну где-то здесь. И вот здесь вот мы его провожали. На этом пятачке. А ветклиника, она получается вот туда вот проходить под аркой вот этой, под зданием, и направо. Все, мы дома. Ей сделали укольчик, который будет нейтрализовать наркоз. Она полегче выйдет из наркоза. Вот в такую попону ее завернули. Шовчик очень аккуратно, я посмотрела. Она пока еще не отошла. Уже начинает вздыхать, глазки закрывать. Но язычок сказали не убирать, она сама его уберет. Сегодня понедельник, а в пятницу надо будет на осмотр. Да, кстати, сегодня 28 число.
Сказали ее положить в укромное место, но у меня такого нет. Положила уж на пол в зале. Главное, чтобы она не начала запрыгивать на высокие шкафы, там на окна. Это я буду сейчас за ней следить. Надеюсь, к вечеру она уже отойдет. Матрешке немножко уже получше становится. Она уже вот забралась на свой любимый стул. Не знаю, как она запрыгнула, конечно. Сил хватило. Стульчик такой весь в шерсти. Кошки у меня тут любят лежать. А персик сейчас так дико линяет. Везде шерсть. Вот я вчера полы помыла. Уже вот такие махнушки везде валяются. Вот она маленькая спит. Отходит потихонечку.